Знаете, мы тут с Юлей во время перерыва рассматривали за окном. Смотрите, морозит, за окном. Нет, красиво, никто не спорит, но на улице не хочется, правда? Вот хочется, чтобы дома было уютно, красиво, комфортно. И по цветам я очень соскучилась уже. Олечка, ну ты тогда повесь фотошторы и увидишь, как изменится обстановка вокруг. Наше спецпредложение дня. Фотошторы «Волшебный сад» утопают в цветах. Ты так ждала цветочков. Вот они для тебя распустились. Ну что ж, я хочу напомнить, что это не просто предложение, это предложение дня. Это самая выгодная покупка. 2999 рублей. Волшебный сад. Волшебное преображение в преддверии Нового года. И по цене на экране с максимальной скидкой вы приобретаете сразу, давай покажу, сразу два полотна. Два полотна. Вот это я хочу отметить. Особенно фотошторы вы приобретаете именно комплектом, а это большой плюс, это существенная экономия. По роду деятельности много вижу фотошторы, естественно, в рознице. Очень часто они продаются одним полотном, и это невыгодно. Люди докупают, дособирают рисунок. А вы приобретаете готовое решение в гармоничном цвете по такой привлекательной цене. Это здорово. Это здорово, Юлечка, тем более, что сегодня скидка практически равняется стоимости нашего предложения. Вот это хорошо. Слушай, ну мы с тобой часто обсуждаем, сколько стоит вот одно полотно фотоэлемента, фотоштор. Как ты думаешь, вот одно полотно сколько бы стоило в магазине подобное? Ты знаешь, от 5000 есть цены, 4-5 тысяч, разные, безусловно, в разных магазинах. Мы же вам предлагаем полный комплект в одном из самых гармоничных цветов. И фэн-шуй говорит, и наши постоянные покупатели очень любят этот цвет, это просто по статистике. Вот такой лилово-фиолетовый цвет, сложный цвет, достаточно очень спокойный, умиротворяющий, считается цветом гармонии. Так что, если вы хотите быть в гармонии с собой, окружайте себя оттенками таких тонов. Если вы хотите гармонично встретить Новый год, давайте закажем новый красивый цветочный наряд для вашего окошка. Мне очень нравится вот эта вариация. Слушай, вот прям вот как будто специально под заказ шили для Нового года и для женщин. Вот цветочный принт, он как-то вот прямо освежает, правда? Да, а ты обратила внимание, как он выполнен? Интересно. Наши дизайнеры не просто нам красивые цветы будто бы прикрепили к полотнам. Правда, какие они живые, реалистичные. Но они пошли дальше, Оля, обрати внимание. Они выполнили ламбрикены живых цветов, точнее эффект ламбрикена. И за счет этого шторы стали смотреться нетривиально и оригинально. То есть ваш интерьер будет не только современным, но еще и отличаться от всех остальных. А вот эти бусы, ты посмотри, вот они как раз к Новому году нарядили наше окошко. И кружево, которое сейчас лично у меня ассоциируется со снежинками. Да, они похожи на снежинки, вот эти роскошные цветочки. В лучших традициях венецианского кружева выполнено вот это дополнение. Эффект кружевной сеточки под цветами. Оригинален, конечно, наш волшебный сад, но для спецпредложения я всегда стараюсь выбирать что-то особенное, чтобы сделать ваш дом нарядным, праздничным к Новому году и поднять себе настроение. Ну, а я хотела бы напомнить, что сегодня это предложение, эффектный наряд для вашего окошка является специальным предложением только сегодняшнего дня. Если вы никогда не делали покупок на телеканале Shop and Show, начните со специального предложения. Этот цвет, цвет гармонии, он так и называется, он редкий, но он достаточно универсальный. Поэтому, конечно, фотошторы «Волшебный сад» украсят необыкновенным образом, превратят в цветущий сад вашу гостиную. Но они еще идеально подойдут для спальни, потому что выполнены из Оксфорда. Ткань, которая является достаточно плотной, прочной, и она задерживает свет дневной. Поэтому проснемся без стресса. Повесим такие шторы в вашу спальню, и что, будем просыпаться, свет не будет бить в глаза. Это плюс большой, правда? Прекрасно. То есть, смотри, когда мы с тобой будем высыпаться, и солнышко пробуждать нас не будет, но ты знаешь, мы сейчас на нашем телеканале Shop and Show, как правило, все проверяем, оправдываем название. Скажи, вот как проверить качество? Красота красотой, но качество превыше же всего. А вот мы и проверим качество. Вот так оно звучит на телеканале Shop and Show. Оксфорд, Олечка, достаточно плотное полотно. За счет особенностей плетения, это гребенная пряжа, как корзиночка. Знаете, чтобы было вот понятно, плетется как корзиночка. За счет этого имеет определенный уровень эластичности и никогда не теряет форму после стирок. То есть шторы не растягиваются, их не ест моль. Они прекрасно отстирываются, они лежат годами. 15 лет могут служить без потери качества. Замечательно держится принт именно на этой пряже, да? Именно на этом плетении. Так что эти цветы будут радовать вас. Долгие 15 лет не будут выцветать ни при свете вашей люстры, ни при свете дневном. Ну, давайте еще спросим у Юлии Колосовой, как мы будем крепить эти шторы. Потому что у кого-то крокодильчики, у кого-то, может быть, кружочки такие, а у кого-то, может быть, ты знаешь, окошко небольшое.
Да, крепления действительно у всех разные. Но волшебный сад вам не составит труда повесить. Оль, вот что хорошо, что готовое решение мы представляем. Волшебный сад – это шторы из двух портьер, на которых уже пришита шторная лента. А там уже любое крепление подойдет, потому что на шторной ленте есть петельки. Так что крючочки у вас, крокодильчики, кольца, штора подстроится под ваш карниз. Еще раз напомню, что это специальное предложение только сегодняшнего дня. А знаешь, вот я все-таки сейчас вот посчитала, смотри, у нас здесь два подарка. Первый подарок – это максимальная скидка. 2300 рублей вы сегодня экономите, два полотна получая в комплекте. Далее, сегодня с каждым заказом телеканал Shop & Show в преддверии Нового года дарит вам ложку-погребушку. Знаете, такая ложечка, которая будет приносить нам счастье, удачу и много-много денег. Лично я ее ношу у себя в кошелечке. Милые телезрители, сегодня она абсолютно бесплатна с каждым заказом. Ваш талисманчик. Ну, а я напомню, что сегодня на телеканале Shop & Show особенно актуальным предложением будет являться фотошторы «Волшебный сад». Олечка, два полотна по одной цене – это прекрасно. Очень здорово, что шторы сами по себе долголетние, многолетние, износостойкие. То есть на 15 лет вы сегодня делаете себе вот такой вот прекрасный подарок к Новому году. Цветы, которые не завянут, цвет гармонии, который подойдет ко многим типам мебели и обоев, тоже подбирала, чтобы было универсально, чтобы вы уже не ломали голову, как встроить в интерьер волшебный сад. Подойдет и для гостиной, и для спальни. Конечно, будет шикарным подарком к Новому году. Вот это роскошное кружево в виде снежинок, ламбрекены живых цветов и цвет гармонии в вашем доме. Радуйте себя перед праздником, приобретайте волшебный сад.